Да, поехали. Наношу удары более легким мячом. У него кромка 1,8 мм. Вот так бьем мы. Давай посмотрим на вмятину. Старое только вот это и вот это, да? Ну да. Треснул даже, смотри. Да. От удара. Я еще ебанул. Ну да. А вот как бить правильно, но с короткой амплитудой?